Здравствуйте, дорогие друзья! В этом году мы обратили внимание, что на капусте появилось огромное количество крохотных белых мушек, которые буквально облепили листья капусты. Как оказалось, это белокрылка – вредитель, который питается соком растений. Решили срочно опрыскать химикатами. Под рукой оказался инсектицид «Октофит» – препарат биологического происхождения для уничтожения вредителей сельскохозяйственных культур и декоративных растений, как открытого, так и закрытого грунта. Разводили по инструкции. Сначала в малом количестве воды, потом довели до нужного объема. Сам процесс опрыскивания ничем не отличался от обычного. После опрыскивания насекомых стало значительно меньше, но все же полностью они не исчезли. Поэтому через несколько дней процедуру пришлось повторить. Будем надеяться, что двух обработок будет достаточно. Благодарю за внимание. Всем хороших урожаев!